В микрорайоне Бибетшеле-Кокшетау построят школу на 1500 мест. Сейчас идет работа по уборке и выравниванию территории под строительство. В ближайшее время начнут возводить фундамент здания. Учащиеся микрорайона Бибетшелек обучаются в школе-лицее имени Сакена Жунусова 11 и 13 школах-гимназиях. Учебное заведение имени Сакена Жунусова рассчитано на 900 школьников, но сегодня в нем обучается около 1900 учеников. 13-я школа-гимназия рассчитана на 800 учащихся, но сейчас ее посещают в два раза больше детей. Полный комплект 11-й школы – 456 учеников. Однако в нее ходят около 2000 учащихся. На сегодняшний день в организациях образования города Кокшетау насчитывается дефицит ученических мест. В связи с этим в этом году уже начато строительство двух комфортных школ в микрорайоне Сарыарка на 1500 мест. Обещают нам сдать одну из школ в февраль-март 2025 года. И уже на 1 сентября 2025 года будет еще одна сдана школа комфортная. Это будет у нас школа-лицей с государственным языком обучения на 1500 мест. При строительстве комфортной школы в районе Бибетшелек мы разгрузим три школы в автогородке. Мира Куанбаева – многодетная мать. Делится для нее то, что близко к дому будет построен очаг образования, большая радость. В этом году собираются построить школу в нашем районе. Радуемся. Сейчас дети ходят в школу в автогородке. Там бродячие собаки, мы за них волнуемся. Такой проблемы не будет, если рядом с домом построить школу. Сотрудники администрации пришли и спросили разрешение выкорчевывать деревья. Мы договорились с жителями. Новое учебное заведение введут в эксплуатацию в 2025 году. Также в следующем году планируется строительство школы на 1200 мест в селе Красный Яр. Эльмира Оспанова, Макпалай Бабина, Алишер Шакубаев, Тимирлан Салимов, Кокшетау, Акпарат.